Я записываю, а смотри. Ой, классно. На лодочке катались золотисто-золотой. А у тебя все транс играет, у арабов все транс. Ну эти же арабские гостиницы, арабские. Вот снимай. Вау. Это что? Значит, это часть, это Эйлат. Эйлат, естественно. Или Иордания? Нет, это Эйлат. А, это Эйлат. А мы вот как раз оттуда приехали. Да, вот мы на лодочке. Привет, Влад, помаши. А я помашу. Давай. Привет. Вот Юлечка. Классно. Да. Там оттуда опять, мне кажется, будет вниз. Нет. Не очень сильно делаю. Хорошо, а чтобы меня не заливало. Мора. В общем, по этой горке вот это вот нас тягали. Вот. Бросали. Бросали меня всю это. Да, я покажу тебе, какая. Покажи. Меня сначала покажи. Давай. А ты красивый в любом случае. А я какая? Ты покажи. Тоже красивая, вся мокрая. Я мокрая, меня обдала, я вот так закрыла глаза, потому что я не ожидала, что так будет. Ой, классно. Вообще. Показали нам историю царя Шломо. Ой, а тут бар такой. Соломона. Смотри, тут классненько. Да, это бар царя Соломона. Ага, лично. Это его правнуки, тут праправнуки бабки снимают. Вот горка, ничего себе высота, покажи. Высота, высота. Ой, как дало, как дало. Классно. Даже я не ожидала, что такая высота. Классно, вот. Красавица. Не, ну я уже высохла. Нет, хорош. Да? Мокренькая. Ой, умора просто. Ну все, мы въезжаем назад, сейчас нас это будут тягать по музею. Не, замечательно, я считаю. Да, аттракция. Да, замечательно.